Для тех, кто умеет вязать и кто захочет, там очень просто все делается. Я скину видео по вязаному осьминогу. Неожиданно начался дождь. Хорошо, я взяла зонтик. В общем, друзья, кто умеет вязать или у кого есть желание, или просто очень просто вяжется осьминожка. Я вяжу их много на сувениры, на подарки там. Если кому-то будет интересно, то я скину описание этих осьминожек, ну и сами их посмотрите. И напишите в комментариях, понравился вам осьминожка или нет. Всем удачи, хорошей погодки. Голова невыносимо болит, снимать вообще сейчас нет сил, но очень хочется. Поэтому будем с вами осьминожку смотреть. У меня еще и облаяли. Ты сюда сказала. Ни за что облаяли. Ладно. В общем, в комментариях напишите, понравился вам или нет. А я постараюсь выложить, как это, описание этих сувенирчиков. Смотрим.